Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Дарья Лисиченко, это спикер сегодняшнего дня. У нее буквально через несколько минут будет выступление, и нам посчастливилось буквально за несколько минут поймать ее к нам на интервью. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада быть сегодня спикером на потрясающем мероприятии. Мне очень нравится это цифровое пространство, мне очень нравится все, как бы весь контент мероприятия. Я рада сегодня иметь возможность рассказать про нашу компанию. Город Сад специализируется на здоровых продуктах. Миссия компании – дать кратчайший путь к здоровью, да, и здоровому питанию. У нас все продукты без глютена, без лактозы, альтернативные виды молока, растительное мясо, да, и плюс к этому у нас есть потрясающая кулинария собственного производства, которая как раз интегрирует все тренды здорового питания в себе. И сегодня мне предоставилась возможность рассказать про наш последний продукт – это кокосовый йогурт «Йококо». Это самый, я недавно узнала с удивлением, что это самый упоминаемый в социальных сетях продукт среди кокосовых йогуртов. Мы им очень гордимся, и недавно у нас вышло 4 новых вкуса, и мы просто вот счастливы презентовать это как кейс на таком масштабном мероприятии. Очень здорово, сразу захотелось попробовать. Расскажите, пожалуйста, вот ваша эта продукция, она очень в тренде, потому что сейчас ЗОЖ, правильное питание в тренде, и все больше и больше производителей и ритейлеров берут в оборот именно такие товары. Расскажите, пожалуйста, вот про нашу выставку, ваши впечатления, какие-то, может быть, интересные какие-то решения у участников тоже подсмотрели, может быть, какие-то уже были договоренности? Ну, выставка, поскольку она посвящена технологиям, это та область, которая очень быстро развивается. Я была рада видеть несколько весьма интересных решений. Например, вот только что я была на стенде компании, которая предлагает очень интересное решение для продавцов. Это такой онлайн-каталог, который может быть и у продавца за прилавком, и это может быть каталогом в магазине, что облегчает при огромном ассортименте товаров. А у нас он очень большой, достаточно специфичный. Да? Про каждый товар есть что рассказать. Облегчает коммуникацию с гостями, облегчает информирование. Вот меня интересуют такие решения, да, такие customer-friendly. И мне кажется, что здесь сосредоточен просто то, что называется крем для крем всех решений в этой области. Это очень интересно. Спасибо большое. Мы не будем вас задерживать. Я уверен, прям буквально через пару минут вы уже будете стоять на сцене и рассказывать очень интересные вещи. Да, спасибо вам огромное, желаю вам удачи и до встречи в следующем году, мы надеемся. Спасибо, удачи, спасибо.